Всем добрый вечер. Сегодня я решила вам показать распаковку заказа. Получила вот такой вот я заказик свой. В основном у меня тут все новиночки. Начнем вот по порядочку с краю. Вот здесь вот две туши. Тушь вообще классная. Я уже ее заказывала один раз. Так, артикул сейчас я вам покажу. Сфокусируется 58-55. Понравилась девочкам тушь. Мне самой она очень понравилась. Я уже ей пользуюсь. Поэтому заказала еще. Вот она сейчас мне никак не хочет отсюда доставаться. Вот она какая. Ну, в общем, она у нас уже была в такой упаковочке, в таком футлярчике. Там три расцветочки. Черная, черничная. Еще одна расцветка. И вот сейчас, ну, тушь черная, сразу вам скажу, тушь черная, она бархатистая такая, наносится вообще классно, удлиняет реснички, нет комочков, не склеивается, все четко разделяется и придает объем. Вот такая вот новая линеечка у нас. Ну, линейка эта появится всем, она будет доступна в 17-м каталоге. Мне она уже как VIP доступна была вот в 16-м каталоге. И вот я ее получила. Это у меня день и ночь крем. И тут вот два одинаковых крем для контура глаз и губ, коррекция морщин. Вот такая вот серия. Линейка большая. Вот я вам сейчас подскажу в каталоге. Видите, вот она большая линеечка. День-ночь тут у нас для контура глаз. Маска есть и сыворотка для лица. Но я ее не всю еще заказала. В следующем заказе дозакажу. В переводе с английского означает преображение за неделю. В общем, отзывы хорошие, исследования тоже, показатели все хорошие, что люди чувствовали изменения, улучшения после применения вот этой серии. В общем, будем преображаться к Новому году, будем испытывать. Это вот новинка, вот такая вот у меня пришла. Так, еще вот такая вот у нас сейчас компания Биоси к нам присоединилась. Я вот себе заказала комплекс для суставов. Вот такой вот. И соединительной ткани. Ну, я вообще-то и фаберлитовский Доброген пью постоянно, на постоянной основе перерывами. А тут вот появился такой комплекс, но решила тоже его попробовать. Вот два таких флакончика. Там разные капсулы. Их нужно пить одновременно из одного и из второго флакона. Посмотрим, потом вам расскажу результат какой будет. Это я себе, это вот я мастоп себе заказываю тоже постоянно, это тоже все мое. Вот новиночки у нас в этом, в том уже каталоге были доступны, сейчас они уже есть всем доступны покупателям. Приправы из серии Нечаев Family Club. Приправы вообще классные. Я первый раз брала, мне вот это вот для пасты и для круп, для макаронов, для круп. Очень вкусная такая. Вот здесь вот так открывается. С одной стороны, видите, и с другой стороны вот так вот открывается. И вот там можно сыпать. Очень даже удобно. И эту вот брала, взяла сейчас еще для сочной курочки тоже. Тоже обалденная такая приправа. В меру она острая, она не очень острая. Я уже попробовала, сейчас открыла ее так на язык, не очень острая, но пахнет вообще ароматно. Соли вот выписываю постоянно, мне нравится и с бергамотом, с базиликом, вернее, соль вот, ну, та уже у меня кончилась, сейчас вот я выписала соль альпийская с розмарином. Тоже соли разные есть там, и для рыбы тоже соль. В общем, вот такие вот с пониженным они содержанием натрия. Удобные очень тоже. Вот можно сыпать вот здесь, открывается. Видите, она тут закрыта пока шла. Вот здесь можно немножко как бы солонка сыпать. И здесь побольше вот дырочка. Кофе мне очень нравится. Кофе постоянно выписываю день и утро.
И еще и в зернах. Но зерна я уже не стала вам показывать, потому что она у меня уже раскрытая пачка, я уже не первый раз. А вот решила сейчас вот такое кофе растворимый заказать. День я уже себе брала, на работе я и пользуюсь, и уже вторую банку заказала. Обалденный аромат, мне очень понравился. Имбирный напиток вот тоже взяла себе. Сейчас у нас наступает время холодов, время простуд. Вот будем, как бы для профилактики можно. Тут имбирь, мед, лимонник, шиповник. Разводите водичкой, пьете чаек. Очень даже вкусно. Я уже один попробовала, мне понравился. Сейчас заказала второй. Вот. Дальше у нас, что у меня, вот такие вот ароматические спреи. Один я уже пользуюсь одним. Сейчас заказала, сейчас я вам покажу. Вот этот вот у меня уже... Тут уже у меня немножко, я им пользуюсь. Баланс называется. Можно наносить на тело, можно на одежду, можно на постельное белье. В общем, а этот я заказала уже релакс и позитив. Посмотрим. Я еще не раскрывала, они только пришли мне. Ну, вот такие вот спреи. Это новинки. Ароматерапия у нас сейчас новинка в каталоге. Вот такой вот себе диффузор заказала. Уже вот я раскрыла и вам показываю, как он будет. Вот такие палочки сюда вставляете. Там у нас арома масла. И запах, я вам скажу, обалденный. Вот сейчас только он стоит. У меня всего полчаса здесь в комнате. И уже чувствуется запах. Вот такую свечку вот тоже себе уже брала. Одну использовала. Сейчас вот вторую заказала. Это ночная серия у нас. Расслабляет она так. Вот сейчас я вам покажу, какая она. Видите, вот такая вот свечка. Аромат обалденный. Вот перед сном буквально ее зажигаю. Не могу одной рукой открыть. Зажигаю буквально на 10-15 минут. И уже все чувствую. Такое расслабление. Уже хочется телефон или книжку отложить. И заснуть. В общем, сплю с этой серией вообще. Давно такого у меня не было. Серия мне очень зашла. У меня и крем ночной есть, и есть бальзам тоже ночной. И есть у меня тоник из этой серии, но они у меня уже, пользуюсь я им, не стала вам показывать. Это вот пришло мне снова, я уже второй раз заказала. Сейчас вот еще заказала светильничек, готовимся уже, начинаем к Новому году. Вот такой вот светильничек, здесь кнопочка, батарейка круглая, ночник. И очень даже интересный. Год синего тигра. И вот такая вот игрушечка, это уже подарки внука мне будут. Это тоже мягкая игрушка, тигренок вот такой вот симпатичный. Там где-то еще у меня календарики в другом заказе идут, но пока нет. Вот такой симпатичный тигренок. Новый год скоро у нас. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне в личную связь, если кого-то заинтересовало что-то. Всем всего хорошего.